один за всех! И все за одного! Я желаю Спартаку удачи и хорошего настроения. Кто любимый игрок? Вишневский. Почему? Он хороший капитан. Насколько соскучился по хоккейному Спартаку? Ну, поначалу вот так, а теперь о, как скучаю по родной команде. Теперь готов поработать. Вы настолько соскучились по хоккейному Спартаку? На целый сезон. Мы тоже очень соскучились. Спасибо большое болельщикам. Конечно, извиняемся, что так получилось, да, в первый матч. Но, честно сказать, что ребята все горели. Может быть, где-то и чуть-чуть, так сказать, и перегорели, да, потому что много новых ребят, конечно, их мне в том числе хотелось показать максимум, а бывают такие моменты, что когда хочешь большего, да, все как-то так сумбурно, поэтому надо, наверное, чуть выдохнуть. Ждем вас в понедельник на игре «Свет стали», ваша поддержка сильно нужна.